А, друзья, покажу, как выйти от соперника, когда вас взяли, то есть боковой контроль, когда вы оказались снизу. Сейчас вот я снизу работаю. Вот имам, вот имам взял боковой контроль, то есть плотно прижав ко мне. Тут что можно сделать? Левую руку оттуда просовываю ему, то есть под шею. Вторая рука у него под мышкой, то есть есть носу, чтобы поднять его. Он прижимается ко мне, я его оттягиваю от себя вверх и таз корпус вытаскиваю чуть левее. То есть вот такое движение, вот такое движение. Еще раз, плотно ко мне прижатый, я поднимаю от себя его и таз вытаскиваю. То есть такое положение. Раз, вытащил. Левую руку через его подмышку просовываю сюда вот. То есть руку вытаскиваю и резко встаю на колени вот здесь. Тут встал на колени. В этом положении, то есть любой борец сразу заберет вот эту руку вашу, то есть плотно к себе будет заберет руку. Если он не заберет, то есть руку, вы ему просто, то есть пройдете за спину. Поэтому он по-любому, то есть по-любому он руку заберет. Забрали вашу руку, то есть плотно его спину обнимаем, прижимаем к себе его плотно, то есть сами тоже упираемся. Правую руку просовываю вот под эту ногу, под эту колено. Под его левую ногу. Просовываю сюда, делаю вместе с ним, то есть кувырок через свое левое плечо. То есть бросаю его через себя в левую сторону. Просовываю правую руку под ногу. Вот сюда вот левой рукой держу спину и делаю кувырок сюда. Тем самым вы, то есть, сами выходите на, то есть, на боковую позицию, боковой контроль берете.